Привет, Пол. Это Лиза. Хочешь встретиться где-нибудь и лишить меня девственности? Ну, давай. Держись. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Она умерла. Что случилось? Ничего. Хочешь, поговорим об этом? Думаю, я справлюсь. Вы утверждаете, что автобус ехал на зеленый? Да. А она переходила на красный. Ты можешь чувствовать вину за случившееся, но не можешь забить на учебу и потерять стипендию. Вместе легче пережить. Вы помните меня? Я свидетель аварии. Это случилось, ее не вернуть. Я собираюсь все рассказать следователю. Но ты уже говорила. Да знаю, но я соврала. Облегчишь совесть и вернешься к урокам. А меня выгонят, и кто будет кормить семью? Ты? Я лишь хочу поговорить с тем, кто понимает меня и понимает, что происходит со мной. Я думала, что мы с тобой хорошо ладим. Мне очень плохо из-за всего этого, и я пытаюсь что-то сделать. Сказанное в безлиственном лесу обернется горем лишь тебе самой. Маргарет, которой было не все равно. Маргарет!